Привет всем, кто заглянул на канал, и в этом ролике хотелось бы сделать именно пегаса, но не в зебре. Зебра — это для того, чтобы вам показать, где можно взять болванки для скульптрис или делать тут. Вот в этой папке здесь есть медведи, есть всякие носороги, там что тут, обезьяны. Так, где-то тут медведи, бобры. Муравья, кстати, хотел сделать, а он тут уже готовый. Так, отпадает. Пчелы есть. Так, где же лошадь? Ну, в принципе, можно взять какую-нибудь болванку, если лошади нет. Как это они опрохвостились, что лошадь не сделали. Так, здесь даже акулы есть, какие-то рыбы. Так, коровы, свиньи. Так, так. Динозавры. Ну, словом, с любой вот модели, вот, допустим, возьмем что-то, волк. Вот с этой модели уже можно чуть-чуть переделать, и получится лошадь. Есть еще один вариант. Это открываем, скачиваем какую-нибудь, допустим, лошадь, и с нее уже в скульптрис можно лепить, даже в ZBrush. Кисточки можно тоже сделать с животными, вот как у меня сейчас покажу. Load brush. И где они у меня тут? Сейчас найдем. Все для ZBrush. Еще higher. Так, это higher. Так, еще кисти. И вот здесь у меня есть вот животные. Открываем. Тут у меня боксеры, верблюды. Вот она, лошадь. Так, открываем. Make Poly Mesh и вытягиваем вот эту лошадь. И вот с нее можно уже делать пегаса. Вот такая штука. Но весь смысл в чем, чтобы в скульптрис показать, насколько эта программа очень классная и как в ней можно сделать пегаса именно со сферы. Все, давайте разбираться. Все, ZBrush пока долой. Итак, вот сфера. И опять скульптрис Альфа 6. Она мне очень нравится. Вообще прикольная программа. Ставим симметрию. Будем лепить симметрии. И через Shift, правой кнопкой мыши, выравниваем модель именно, чтобы симметрия была на той стороне. Вот так вот. Следом колесиком чуть-чуть уменьшаем. Ставим граб. И погнали кисточку побольше. Опять же повторюсь, через Shift колесика. Кисточку уменьшает, прибавляет. И через Ctrl колесика делает интенсивность сильнее, меньше. Так, нам нужно через Shift прибавить вот эту вот кисточку побольше. И вытягиваем. Сильно вытягивать сначала не надо, потому что начнет рвать именно полигоны. Давайте поднакидаем, ну, вот, без клея, наверное, вот так вот. Массу. Побольше. Без разницы, как это все выглядит будет поначалу. Так что не парьтесь. Просто накидывайте. И вот с этой сопли нужно сделать лошадь. Ставим в верхнее положение. И тут уже будем грабом тянуть. Так, сначала мы вытягиваем именно зад. И вот эти вот части вот таким образом чуть-чуть приплюснем. Через Shift выровняем. Задницу немножко еще можно утянуть шифтом. Выровнять. Так, здесь вот так вот подставляем. Здесь чуть-чуть как бы вытягиваем и прогибаем. Итак, вот заготовка тела готова. Давайте теперь добавим шею. Здесь кисточку можно уменьшить и поставить драйв. Накидываем вот так вот типа шею. Шифтом выглаживаем. И теперь можно и эту часть тянуть. Именно грабом. Так, смотрим. Так, вот пока такая наметка. Грудь тоже ставим. Все прикольно, все классно. Намечаем теперь именно вот эти вот части ноги. Это получается опять же драйвом. Сначала сделаем задние. Накидаем побольше массы вот в разные стороны и чуть-чуть перевернем сверху, так вот снизу поднакидаем.
И вот это все дело опять же попробуем немножко повытягивать. С вытягиванием здесь, конечно, обстоит дело, если вы делаете сильнее интенсивность, то будет тянуть прям, ну, сильно, нормально. Но следите за полигонами, чтобы чересчур не потянуть. Итак, задние лапы намечены. Намечаем теперь драйвом передние. Вот так опять накидываем и переворачиваем. И вот с этой стороны тоже накидываем. Вот так. Так, это теперь грабом опять же мы вытягиваем. Вот так вот. И пока все это дело оставляем. Вот таким вот образом. Вот такие получаются в начале заготовки неказистые. Это вот такая штукенция. Шифтом все выглаживаем, выравниваем и находим какой-нибудь рев именно лошади. Ну, хотя бы представлять, чтобы как у нее устроены мышцы. Мышцы устроены у человека, у животных, в принципе, одни и те же мышцы, только исключение в чем? Какая часть тела именно работает? Если у лошади грудь, она плоская и тело как бы сплющенное, для того, чтобы она могла бегать. Передние лапы, получается, как бы локти выходят вперед. Сейчас я вам покажу. Вот. Вот таким вот образом выходят передние лапы, а задние уже выходят вот таким вот образом. Вот где-то в таком духе. Ну, давайте в процессе все это будем. Буду вам объяснять. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Это нам пока не надо. Пораскидаем сначала мышцы вот этого тела и телу придадим более-менее нормальный вид. Здесь будем делать уже драйвом клей, вот этой кисточкой. И нужно сначала нам шею наметить. Вот так здесь пока делаем побольше. Так, следом можно все это дело нарисовать. Здесь будет у нас именно две мышцы, вот так вот. Здесь будет у нас крылья присоединяться, здесь будет вот так идти именно мышца спинная и вот так вот косиной мышцы именно тела. Так, погнали теперь, интенсивность поменьше и вот так вот здесь вот поднакидаем мышцу. Следом здесь поднакидаем назад, здесь тоже немножко мышцы кинем. Следом позвонок. Так. Грудь вот так вот завершим, немножко здесь вот сплюснем, не без этого, шею тоже немножко потоньше, вот в этой части. Так, здесь Ctrl-Z мышцу вот так вот кинем, здесь мышцу так кинем. Так. Теперь задница у нас должна быть как бы вот побольше. Здесь у нас идет живот, вот эта часть. А вот эти передние, вообще потоньше вот эти вот мышцы, вот сверху лошадь как-то должна выглядеть. Ну, вот таким вот образом. Вот так как-то. Здесь вот чуть-чуть прогиб, задница чуть-чуть побольше, здесь вот чуть-чуть поменьше, живот чуть-чуть вниз. Ну, такая штукенция. Так, теперь выравниваем, вытягиваем сюда вот так вот лапы передние. Смотрим, что у нас с задними тоже, чтобы они растопорщены и дюжить не были. Вот так вот. И полностью теперь намечаем, ну вот, сначала клеем пройдемся. Придадим внешность вот этой первой лапе. Вот так вот. Чтобы она стала чуть-чуть потоньше. И вот этой лапе тоже. Где-то мышцу тоже наметим. Заднюю часть подровняем.
из внутренней части тоже пройдемся. Так, пол дела сделано. Теперь драйвом без клея накидываем вот сюда вот так вот массу. Можно побольше. Вот так. Круговыми движениями. И вот эту часть грабом чуть-чуть где-то вот сюда. Так, и немножко выравниваем, конечно. Что это такое получается-то? Шрифтом. Пусть все это дело потоньше будет. Ну и вот эту часть тоже дотягиваем. Давайте до низа. Вот так вот. Вот где-то сюда. Вот на уровень вот этих же частей. Здесь докидываем опять же драйвом побольше, чтобы сетка не ломалась. Здесь тоже поднакидаем. Вот так вот. И попробуем все это тоже подтянуть. Вот заготовка, вот это вот самое. Так, как-то вот так, наверное. А здесь как-то вот так вот. Ну, таким вот образом. Здесь чуть-чуть потолще. Теперь наметим. Так, вот кривизна, вот это вот нехорошо. Поэтому тут нужно тянуть именно под углами. Вот если вы тянете как-то вот вниз, то вот с этой части надо смотреть. Так. Ну, пока так подровняем. Есть неудобства, конечно, в этом плане. И вот накидываем сюда массу, чтобы можно было с этим делом работать. Так вот, где-то так. Поднадуваем. Сейчас будем все это дело дорабатывать. Каркас это дело здесь не сложное, но и не быстрое. Так, вот таким вот образом. Ну а теперь клей включаем и можно придавать какой-то внешний вид. Когда уже масса накидана, вот так вот. Здесь будет копыта. Вот так вот. Нижние части флата нам обязательно выглаживаем. Так, интенсивность побольше, кисточку побольше. Вот так вот. Чтобы уже какой-то ориентир был. Так, копыта мы сейчас растянем. Драйв, так, граб делаем побольше, колесико поменьше, и можно, наверное, еще чуть-чуть лошадь оттянуть. Вот так вот. Ну а теперь флаттеном нужно придавать более-менее нормальную вот форму вот этим вот частям. Где-то шифтом, если много чего-то. Так, здесь вот можно вот так пройти. Сейчас будем тоже это дело оформлять следом. Как-то вот так, поменьше интенсивность. Вот, чтобы понежнее это все дело было. Так, теперь вот эти лапы слишком толстые. Их шифтом выглаживаем. Так, еще потоньше, и тут тоже потоньше, потому что у нас персонаж, в принципе, должен быть именно мультяшный. Так, теперь шею делаем немножко побольше, вот так вот вытягиваем, здесь уже
будет голова, но шея должна как бы вот так вот быть. Так, здесь еще потоньше. Живот вот здесь потоньше. Колени развести. И флаттеном вот именно тут важно сразу сделать правильно ноги. Вот эти вот культяпки. Так, и немного флаттеном, в смысле грабом, пардон. Вот так придаем форму на копыта. С разных углов тоже смотрим. Подравниваем. Так, ну и передние тоже копыта должны быть копытами. Вот что-то в таком духе. Делаем переднюю часть, резку вот здесь. Вот так. Теперь клеем. Здесь добавляем как бы вот такую штуку, здесь вот так. И мышцы уже вот таким вот образом докидываем. Поменьше кисточку. Намечаем вот здесь именно сцеп костей. Вот так как-то. Так, здесь вот тоже делаем косточку. Вот таким вот образом. Как-то так. Здесь вот добавляем массы немножко. Придаем внешний вид копытам, если надо. Здесь вот тоже делаем вот эту косточку. Вот так вот. Ну и ноги, конечно, смотрим, чтобы были ровные, правильные формы. Так вот, где-то так. Так, теперь чуть-чуть жопу, наверное, уменьшим. Так. Здесь чуть-чуть прибавим, а вот здесь чуть-чуть еще уменьшим вот эти части передние. Здесь вот докидаем вот такую мышцу, а здесь вот, вот как бы вот такая должна быть резаная. Здесь вот идет шейная мышца приблизительно. Вот здесь вот типа по позвоночнику вот так вот выходит. Здесь мы ее немножко приминаем. Вот так. Здесь вот тоже можно даже через Alt чуть-чуть прибрать. Ну и тут альтом чуть-чуть вмять. Здесь теперь тоже грабом через альт. Чуть-чуть убираем. Шифтом выглаживаем. И добавляем вот эту вот часть тоже. Здесь альтом. На жопу мышцу. Так, здесь надрез. Здесь вот так вот мышца идет. Где-то вот так вот. Эта мышца идет вот так. Здесь идет мышца вот так и вот так.
следом на грудь. Вот такая штука. И как бы вот так вот мышца идет косиной. Так, это вот так вот выравниваем. Что еще тут должно быть? Так, вот эти части. Вот эти части нужно немножко вот так вот вдавить. Так, эта часть вот так. Это чуть-чуть. Даже не чуть-чуть, но вот так вот вперед. Здесь вот таким вот образом. И чуть-чуть потоньше вот эти лапы, еще потоньше. Вот эти косточки чуть-чуть. Так вот. Ну, ровные они у нее должны быть, наверное. Так. Ну, вот что-то в таком духе. Ну, опять же, копыта. Это флаттен. Кто-то сейчас скажет, зачем столько геморроя. Ну, изначально, если делать не именно не с болванки, то вот, в принципе, что в ZBrush, что в Sculpt с Альфа 6, принцип одинаковый вот этого. Единственное, что вы в ZBrush можете все это дело с аптулами поднакидать. А здесь вот приходится делать вот так вот. Так, ну что-то пока в этом духе. Теперь клеим мышцы как бы вот сюда наплывают, вот отсюда. Вот так, а здесь шея потоньше. Вот таким вот образом. Так, теперь можно сделать, вытянуть отсюда вот именно голову. Ну, давайте, наверное, голову просто сюда прикрепим с прошлого ролика. Так, импорт. Находим Maximus. Add Object. Надо отключить симметрию. Так, Ctrl-Z. Отключаем симметрию, окей, и подгружаем опять именно Maximus, чтобы видно было, как все это дело дальше делать. Так, Maximus теперь мы уменьшаем Scale, ну где-то вот так, и грабом где-то вот так его можно подставить. Выравниваем. Вот получается у нас вот такая заготовка. Можно ее немножко еще перекрутить. Как бы вот так. И теперь грабом опять чуть-чуть. Так, Ctrl-Z, Ctrl-I можно нажать. И вот сюда его поближе. Все. В принципе, устраивает. Снимаем маску. И можно шифтом или флаттеном все здесь подровнять. Ну вот что-то так. Включаем симметрию. Забыл я. Забыл я про симметрию. И вот так все это дело здесь подкорректируем.
Так, ну, Максимус потом тоже переделается. Ну, вот нам нужно сделать его еще более сказочным, да? Ну, сказочным будем делать за счет ног. Ноги чуть подлиннее. Чуть-чуть сюда. Задницу можно чуть-чуть как бы кверху. Еще больше поставить, наверное. Вот так. Шею еще надуть. Вот так. Лапы чуть вперед. Живот чуть вниз. Выравниваем здесь вот так вот. Ну вот уже наметка на Пегаса. Так, здесь чуть-чуть поменьше. Грудь можно чуть-чуть побольше. И шею, наверное, чуть-чуть как бы увести. Так, во. Придать ему элегантные формы. Ну и приступаем опять же к доработке. Вот здесь нам нужна порезка. Вот так. И вот эти части чуть-чуть еще вытянуть вперед. Так вот. Так, вот эту часть чуть-чуть тоже поднатянуть, чуть-чуть придавить. Смотрим со всех ракурсов, как тут да что, чтобы все более-менее было гармонично. Так, вот эти части, вот эту задницу чуть-чуть флатеном приплюснем. Вот так. Эту часть здесь как бы приплюснем. Вот так. Эту часть здесь потоньше сделаем. И по хребту чуть-чуть пройдемся. Так, вот так вот. Жопу тоже. Вот здесь вот делаем как бы на скос. Делаем вот так вот. Тоже все нормально, чтобы здесь было. Шею чуть-чуть тоже дорабатываем. Вверх делаем потоньше. И к хребту уходим сюда. Ну вот уже более он такой прикольный становится. Так, вот здесь вот надрезать надо, чтобы вот это вот этой складки не было. Вот так побольше надрезаем, шифтом здесь выглаживаем и флатеном придадим окружность живота. С боков вот так вот введите к центру. Так, здесь немножко вдавим. Ну, что-то в таком духе и все выглаживаем, чтобы нормально все было красиво. Так, вот эти части теперь еще побольше сюда. Ляху чуть-чуть как бы вздернуть. Эту часть чуть-чуть поменьше. И вот эту грудь. Так, по-моему, живот у лошади более-менее вот тут. Грудная чуть-чуть здесь поменьше. Вот так как-то. Ну и здесь опять флатена. Вот эта вот часть тоже не нужна, выпирающая. Так, как бы так вот. Шифтом, шифтом и грудь поменьше. А вот здесь вот надо ее поднакидать. Шифтом можно тоже поработать. Мягкие ткани вот здесь вот поднакидать. Здесь вот мышца идет вот так вот как-то. Вот сюда.
Эта мышца идет вот сюда, а это рядом, вот так вот, две у нее. Здесь вот еще одна мышца грудная. Следом идет здесь вот шейная мышца, уходит на типа ключицу, и как она называется. Так, а здесь идет вот эта вот, вот такая мышца. Так, здесь вот порезка идет, по-моему, вот к лопатке. Вот так вот. Здесь вот так вот мышцы идут. Здесь как бы вот так уходят сюда. Это вот сюда. Здесь вот чуть-чуть как бы в эту сторону. Здесь вот такая вот мышца. Ну, а здесь шейная вот как бы и на нет туда, к голове она уходит. Ну, а здесь шея. Здесь вот так все это дело сюда переплетается. Здесь грудь. Все. Вот это грудная тут вот так. Ну, а это еще центральная. Вот эти две полоски. Так, на заднице сюда, по-моему, сюда. Так, вот эта мышца идет сюда. Вот так. Это типа широкая. А здесь как бы округляется вот так вот. А здесь получается вот тут на этой части как бы трицепс, как у человека. И вот этот трицепс нужно сделать более-менее симпатичным. Так, теперь надрежем вот эту часть, вот сюда, здесь вот разделение, выемка, вот как-то так вот. А здесь вот так вот. И получается вот эта вот часть, вот это получается вот эта кость. Вот эту часть нужно немножко уменьшить. Вот так вот. Ну и вот эту тоже можно, раз мультяшный персонаж. Косточку чуть-чуть поменьше. Вот так. Здесь поровнее. Тут типа кость ровная. И вот сюда еще какую-нибудь массу поднакидаем. Снизу теперь делаем именно вот эту вот копыта. Вот так вот. Вот. Здесь подминаем, и можно чуть-чуть здесь поднадрезать вот так вот. Так. Платином теперь выравниваем. И вот под углом придаем внешность именно копыту. Вот так. Что-то в таком духе. Ну и то же самое давайте повторим с этим копытом. Выравниваем его. Вот так побольше делаем. Делаем надрез. Вот сюда вот так. Ну а с этим копытом тоже платином. Опять же под углом. Ну и низ само собой дооформить. Так, чуть-чуть можно еще вперед его вот так. Во.
И флатеном чуть-чуть равняем. Здесь чуть-чуть делаем вот такую форму, приплюснутую. Потому что здесь как бы кость. Выравниваем вот эти костяшки. И надуваем вот эти части вот так вот. А эти части чуть-чуть выдавливаем. Так, вот эти части, по-моему, еще нужно шрифтом выгладить, слишком толстые. Так, потоньше их. Вот так, типа конь богатырский. Так, здесь вот эту часть поднадуем. Вот так, и ляху вот сюда выведем. И порежем. Так. Так, вот эту часть тоже чуть-чуть сминаем. И вот эту часть чуть-чуть подтягиваем. А эту так вот приподнимаем. Итак, вот пока наметка вот этого коня. Так, здесь вот шифтом, шифтом вот эту часть вперед. И можно уже на низкой интенсивности просто вот как бы понарезать вот сюда вот мышцы и потом их пролепить. Так, здесь вот у нас вот такая штука, здесь вот так мышца идет, здесь чашечки вот эти, стыковка костей. Так, их надо обязательно чуть-чуть и выделить, что они тут есть. Ну и где-то без клея драйвом поднадуть.
Если где-то тонко, опять же, поднадуть массу можно. Вот так вот. Вот таким вот образом. И шифтом подправить косяки. Вот. Так, вот эта часть выходит вот сюда. Так вот как-то. А здесь вот такие вот квадратные мышцы идут. Вот так вот. Ну, здесь вот, вот сюда, наверное, побольше. Так, здесь вот выемка, это нехорошо. Вот так, и шифтом. Здесь вот тоже больше шифтом, чтобы гладко было. Так, и клеем здесь вот чуть-чуть еще провести шифтом, опять же, за ушами выгладить.
Так, ну и пока с роликом все. В следующем ролике будем делать именно крылья. Так, здесь убираем. Так, наверное, драйва чуть-чуть побольше. Попробуем еще чуть-чуть. Во! Вот так вот чуть-чуть оттянуть его. Ну вот, все, откорректировался. Итак, в следующем ролике добавим гриву, добавим какие-то детали и уже крылья посмотрим, как сделать здесь. Все, всем пока, до свидания.